Всем привет, уважаемые участники нашего клуба. Сегодня хотел бы вам немного я похвастаться. Пришла мне долгожданная посылка из магазина Edward Ru. Долгожданная, потому что давно хотел эту модель. Наконец-то я ее все-таки решился и заказал. Модель это у меня Су-76 от фирмы Miniart. Давайте открывать с вами будем посылочку. И еще я заказал жидкость для промывки аэрографа. На данную модель будет обязательно сделан обзор. Еще мне пришел точеный ствол. Купил я его бонусами, которые накопил в данном магазине. Это очень, конечно, приятно. Поэтому будет у меня модель с точеным стволом, но без травления. Ну, думаю, оно... Тут, наверное, не пригодится. Мне понравилось. Так, мельком я посмотрел ее. Как я сказал, обзор будет обязательно. И видео, и фотообзор можете будет посмотреть в нашей группе, на канале. То есть все будет. Всем спасибо за внимание. Ожидайте, скоро будет обзор.